Жестокое преступление в области. Безработный изнасиловал 4-летнюю девочку в Жесказгане, сообщает Казахстан Тудей. По информации областного центра скорой медицинской помощи, врачи по вызову женщины доставили ее 4-летнюю дочь с подозрением на изнасилование. По горячим следам сотрудники УВД города Жесказган задержали 23-летнего мужчину. В Жесказгане безработный подозревается в изнасиловании 4-летней девочки. Медики осмотрели ребенка и пришли к выводу. У него нарушена девственная плева и имеются всенасильственные признаки полового контакта. Как только врачи сообщили об этом матери, она написала заявление в УВД Жесказгана, сообщили в областном центре скорой медицинской помощи. Сотрудниками УВД города оперативно был схвачен 23-летний безработный. В ходе допроса насильник признался, что находясь в нетрезвом состоянии в городском общежитии, он увел ребенка на верхний 5-й этаж. Там-то и он совершил над девочкой насильственные действия сексуального характера. В настоящий момент мужчина задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.